обожествляем какого-то артиста, спортсмена или там какого-то известного человека, а закрытые это мы про себя вот думаем, восхищаемся. Кроме нашего пророка, мы восхищаемся этим человеком. И это тоже считается, скрытый ширк. Еще одно из ширк я хочу сказать, это делать поклонение, то есть рибадат, то есть мы под поклонение подразумеваем и намаз, и ураза держать, и пост, да, и закат давать. Или, например, или пхаджси, да? Здесь тоже. Если мы это делаем не ради Аллаха, а для того, чтобы говорили, о, какой он набожный, хороший человек, замечательный человек, то, опять же, здесь мы приближаемся к многобожию. Что мы, нам важно человеческое мнение наших окружающих, чем благо, которое нам даст Аллах. Мы читаем намаз, чтобы нам говорили, вот он какой хороший, он намаз читает. Мы даем закат, чтобы говорили, вот он такой щедрый. Держим.